Дорогие друзья, хочу вам показать, как я сделала собственными руками. Украсила дверцы шкафчиков в моей ванной с помощью растений. Вот в данном случае это бамбук. Все, конечно, из моего сада. Это бамбук. Это веточки куста из моего сада, я не знаю, к сожалению, его название. Почему я выбрала в данном случае именно эти растения? Потому что смотрите, как цвет гармонирует с занавеской. У меня вообще ванна в таком вот серо-зеленом цвете. Здесь и полотенца, и коврики. Все в серо-зеленом цвете. И поэтому мне пришлось подбирать растения соответствующие. Это растения, засушенные под прессом и залитые смолой, эпоксидной смолой. Немного напоминает, как будто растение под стеклом, потому что поверхность блестящая. Вот, еще вам покажу. Плохое освещение, простите. Вот это настоящий сорняк из моего сада. Ну, конечно, сорняком мы называем все природное, что сами не выращиваем. А посмотрите, как он красиво смотрится. И опять же, цвет очень гармоничен с половичками. Есть серо-зеленый цвет. Вот так можно использовать для своего творчества самые настоящие сорняки. Мне лично самой очень нравится результат этого моего проекта. Это я в интерьере. Дарю идею для всех.